Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч сегодня хотел поговорить об игре, которая называется Ambulance. Она представляет себя симулятор скорой помощи. Да-да-да. Вначале мы можем выбирать различные автомобили. Ну, выбирать можем только одну. Остальные будут доступны, если мы сможем их купить за определенное количество игровых денег. Ну, давайте ее выберем. Выбираем места, в которых мы будем с вами ездить. Нажимаем Next. Next. Мы можем также совершенствовать наш автомобиль, увеличить скорость, управляемость, бензин, тормоза. Нажимаем Start. Что нам нужно сделать? Ну, если это симулятор скорой, нам нужно спасти какого-то человека или группу людей. А конкретно здесь вот мы каким образом управляем? То есть мы вот газуем, и нам нужно доехать до места аварии и остановиться, чтобы наша скорость забрала человека, который попал в аварию. Отлично, мы останавливаемся. Все, теперь нам нужно довести его до больницы. И мы вот по стрелочкам ориентируясь, мы с вами перемещаемся. Так, мы можем также менять камеру, вот так. То есть два вида камеры, которые у нас есть в игре. Нам нужно доехать до определенного места и просто там встать. То есть минимум действий, но все равно достаточно интересная игра сделана, то что мы управляем этой скорой помощи. Давайте остановимся. Все, мы выполнили первое задание. Вот. Ну, достаточно симпатично сделаны сами автомобили. И заработали 40 монеток. Идем дальше. И таким способом мы с вами будем спасать различных людей, которые попали в аварию или что-то с ними произошло. Давайте попробую я доехать. Какой-то пожар возник. Нам нужно также остановиться и спасти человека. То есть тут вообще сам симулятор, он к минимуму даже симулятором тяжело называть, но все же это симулятор. Нам просто надо доехать, взять человека и довести его до госпиталя, да? Вот и все. Можно назвать это даже гонкой, но все-таки я, скорее всего, назову это симулятором. Вот, все-таки это симулятор. Вот такая достаточно простая игра. Довести, спасти и заработать определенное количество денег. Вот. Понравилась игра, то советую в нее сыграть. С вами был Android Андроидыч. Вот я, кстати, маленько врезался, и мне придется начинать сначала. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!